Утро в доме Гончаровых, как и во всех семьях Симбирска, начиналось с молитвы. Иконы находились в специальном шкафчике с застекленной дверцей. Это божница или киот, или, как раньше говорили, кивот. Он по-прежнему стоит в центре музея Ивана Александровича Гончарова в комнате матери писателя Авдотьи Матвеевны. Такие киоты были типичны для помещичьих усадебных домов. А на стене мы видим образ Андрея Блаженного, святого покровителя Симбирска-Ульяновска. Это копия. Она была специально освящена, поэтому этот портрет можно назвать иконой. А подлинник находится в фондах Ульяновского областного краеведческого музея.